Ну все, нас сейчас будут выпускать в воду. Да, на берег не взойти. На берег абсолютно не взойти. Ничего страшного. Ну, что-то я не вижу совершенно прозрачной воды. Вообще ничего не видно. А раз вода не прозрачная, следовательно, она не мелкая. И, ну, кстати, вижу такой красивый цвет, голубой. Ой, кстати, ой, красиво, красиво, красиво. Ой, забираю свои слова назад. Боже, как красиво. Все, супер. Супер, супер. Отпускайте, выпускайте. Что за птицы такие интересные летают? Но это не чайки. Это ласточки. Это как большие ласточки. У них сзади такие хвостики. По всей видимости, мы будем спускаться, да, и бежать. Вот. Как классно. Вода потрясающая. Вода не голубая, вода цвет какой-то просто неземной. Синий, фиолетово-зеленая. Это просто нечто. Я хочу в воду. Пустите меня в водичку, пожалуйста. Класс, такой мостик. Ой, как хорошо, боже мой. Водичка сказочная. Ой. Ой. Ой, они как типа спасатели будут здесь. Ой, какая красота, боже мой. Пошли. Я в маске. Я в маске ныряю. Пошли. Как здорово. Какая красота! Thank you.
По наших полосатых купальниках. Ох, здорово. Боже мой. Я хочу сказать, такие же рыбки, такие же. Вот точно такой же есть у нас при подъезде к Майами. Называется Jupiter. Jupiter Beach. Я там снимала точно такие же рыбки. Ежи и такие же. Похожие на муск. Кораллы. Не кораллы, не знаю, как. Вон, что наш капитан делает. Вот так вот. Такой старичок, уже старичок, ага. Сейчас поднялся вверх, я пока включила камеру. Задрал ноги наверх и стоял просто на вытяжку, ногами вверх. Красавчик прям. Красавчик. Каптан Дог. Пошли нырять дальше. Гуардиан. И опять, смотрите, название Гуардиан. Что такое? Хранитель. Ocean Guardian. Океанский хранитель. Опять у меня страшные Guardians. Ангелы Guardians. Angel Guardians и Ocean Guardians. Малия. Хаити. Хавайи. Вытащить надо женщину. А как же? Ну что, пошли смотреть, что там. Сверху вон какая-то вышка. Это девчонки наши, которые здесь нас спасают. Ну что там у нас? Волны начинаются. Прям реально. Однако.
нужно. В глаза режет, уже щипит. Женщина затаскивает на корабль, на катамаран. Еле выбралась из воды. Я запрыгиваю с задницей на эту штуку, а меня смывает. Вот то, что под низом. Еле-еле забралась. Я посмотрю, как эти полные люди. Сейчас пойду посмотрю, как их будут тащить. Глаза щипят, не могу. Нагрелась, как сумасшедшая. И в очках, и без очков, и с маской, и без маски. That is so good. How old are you? 21? Huh? How old are you? 70. 70 years old? Look at you. I could not believe myself. Wow. Thank you. Where are you from? From Florida. Florida. I lived in Florida for 9 years. Wow, you're in a good shape. Yeah, I did the windsurfing for many years. Wow. Good. You know? Next year. Take care. Pole vaulting and I still fell right around the back and played American football. Красавчик. 70 лет. Он говорит, он был этим, занимался этими, на досках катался. Вы видели, что он творил здесь? Он стоял, брался за этот канат, поднимал ноги вверх и стоял. 70 лет, красавчик. Вот только у меня был Дуглас, когда я вышла за него замуж. Ему тоже было 70, я такой же крепкий. А он занимался всю жизнь у меня Дуглас акробатикой. Он на одной руке стоял на камне, где-то показывала. Фотография есть, стоит на одной руке на камне. Вот этот остров, с которого вам, это Мауи. Да, прямо заштормило, заштормило. Молодец, капитан. Ну, красавчик прям какой. На лице практически ни морщинки нет. Гляньте, какой. 70 лет. Вот что значит. Физкультура, понятное дело, интересно, он курит или нет, потому что думал, что у меня курит. Хотя это же хорошо, хорошо. Да, красавчик. Девчонкам же надо все это теперь собрать. Пойти и помочь. Do you need help? Это уже последний, когда забирают, все. Ой, как было здорово, здорово, здорово. Просто здорово. Шторм реально поднимается. Класс. А вода? Он говорит, капитан, он во Флориде жил несколько лет. Цвет воды потрясающий. Девочка собирается опять прыгать. Чего там? А, она просто хочет искупаться для себя. Она всех вытаскивала, помогала. Ну что, красивый островочек маленький. Малюпусенький, совсем крошечный.
right? We're trying to do that. Everyone is trying to. Thank you, cooperation. Yes, you may work out the vessel, but you know what? You're going to have to slip around in water, then it's flooding, don't even realize it. Water is a bit dehydrated. You need some fluids. Water on board, which really is going to be more. But build a chill that promptly coffee, hot tea, and hot chocolate. Get on the galley. Hydrate. And that's our second step besides.